Здравствуйте! В современном обществе очень актуален культ молодости, и он часто заставляет многих после 60, а то и раньше, уходить в жизненную отставку. Но в мире есть тысячи, тысяч людей, доказавших, что после 60 жизнь, если и не начинается, как после 40 у героини фильма «Москва слезам не верит», то уж точно не заканчивается. Можно быть свободным, здоровым, счастливым, порой значительно счастливее, чем в 30, ведь опыт, мудрость, выводы из многочисленных граблей позволяют трезво видеть жизнь, брать только самое важное и нужное, брать осмысленно, брать, чтобы наслаждаться самым лучшим. Изучите эти 11 заповедей и примите их к сведению. Итак, поехали!